Съемка в плохих условиях освещения давно является проблемой для большинства смартфонов, но с выходом iPhone 13 Pro Max мы получили с вами отличный ночной режим на телекамере, улучшенный на сверхширике и уже очень хорошо зарекомендовавший себя ночной режим на основной камере. Поэтому я решил сравнить iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max и Nikon D780 с двумя объективами с диафрагмой 2.8 в темных условиях. Поехали! Всем салют, друзья, меня зовут Олег Никитин, вы на канале No Limits On, и мы переходим к сравнению. Сначала я покажу вам слепой тест, после чего расскажу где что, а потом мы посмотрим с вами в деталях на различные фотографии и подметим сильные и слабые стороны того или иного устройства. Ну что, друзья, давайте открывать карты. У нас А — это iPhone 12 Pro Max, Б — это 13 Pro Max и С — это Nikon. Итак, давайте расскажу вкратце, как я делал данное сравнение. Во-первых, всегда использовался ночной режим на телефонах, там, где он доступен. Допустим, на 12 Pro Max в телевике он просто недоступен, у нас делается кроп с основной камеры, что, собственно, ухудшает качество. Ну а, соответственно, на Nikon я использовал выдержки где-то 1/30, иногда 1/50, но в основном где-то 1/30, чтобы можно было снять с рук, ну, довольно спокойно я могу это сделать, чтобы не было смаза. И ISO местами доходило до, ну, 12800 точно было, даже 25, по-моему, с плюсом там тоже бывало. Поэтому шума на никонских фотках гораздо больше, как вы могли заметить. А теперь давайте пойдем по порядку и посмотрим на преимущества и недостатки камер. Итак, первая фотография, здание большое, 33 этажа, ультраширик. Как мы с вами видим, оба айфона немножко врут по цвету, чуть-чуть зеленят. На самом деле у Никона самый близкий к реальности цвет в данном случае. Автобаланс белого на всех трех устройствах. Также мы видим, что iPhone 12 Pro Max, ну, очень мягкий, и картинка с него просто разваливается. Соответственно, у нас на 13 Pro Max картинка более-менее чистая. Здесь была выдержка примерно 4-5 секунд в ночном режиме. А вот на Nikon, да, резкость неплохая, но при этом шумов достаточно много. По вашим комментариям я понял, что сравнение в JPEG не всех устраивает, поэтому я сделал отдельное сравнение iPhone в обычном режиме, а вот Nikon в RAW, и все три RAW обработаны. Результаты вы видите сейчас на экране на всех трех фокусных расстояниях. Как мы все знаем, у айфонов и у телефонов в целом большая проблема – это блики от источников света. Их здесь, к сожалению, очень много, и в 13-ке их стало чуть поменьше, но они все еще там остались. Да, у нас с 13-го айфона картинка выглядит более контрастной, здесь меньше бликов, что хорошо, гораздо более детализированная она, но при этом мы видим, что 12 Pro Max вообще отвратительно себя вел с бликами, а вот Nikon справляется отлично, здесь практически никаких бликов мы не видим, но все-таки оптика хорошая. На кадре с ракетой мы тоже на кропе видим отлично разницу между iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max и Nikon. Nikon резче всего, и с этим мы ничего не сделаем, но у 13 Pro Max тоже вполне сносная картинка. На этом кадре с текстурой дерева мы видим, что баланс белого в 13-м айфоне чуть-чуть промахнулся, но зато детализация просто отличная. На кадрах во весь экран мы видим, что, во-первых, iPhone 12 Pro Max гораздо слабее по ширику и по балансу белого сильно промахивается, и по резкости, и в целом по всей картинке. iPhone 13 Pro Max выглядит просто отлично, учитывая, что это абсолютная темень, и там практически зданий-то и не видно.
видно было невооруженным глазом, только окна горели почти в темноте. И Nikon выглядит очень шумным. В портретном режиме ночью мне больше по цветам и по картинке в целом понравился Nikon. Ну, никуда не деться, полный кадр и все такое. Но портретный режим на айфонах справляется в целом неплохо. 12 Pro Max выглядит довольно плоско, а вот 13 Pro Max уже выглядит очень даже сносно. И также стоит отметить, что отделение от фона даже в плохих условиях освещения, да еще и с контровым светом, происходит вполне недурно на 13 Pro Max, а вот 12 Pro Max чуть-чуть хромает. Ну, конечно, у Nikon идеальное, это ж физика. И просто для интереса включил вам кадры с 12 Pro Max и 13 Pro Max с ультраширика на видео, и потом перехожу на другие камеры, и вы можете посмотреть лоб в лоб именно в видео, 4К 30 кадров в секунду. Здесь, конечно, разница колоссальная, но, если честно, и то выглядит непотребно. Очень сильный и агрессивный шумодав. Выводы, друзья. На самом деле, 13 Pro Max получил отличный апгрейд по сравнению с 12 Pro Max с точки зрения съемки в лоу-лайте. Мне очень понравилось снимать на него в плохих условиях освещения. Не нужны никакие дополнительные штативы. Просто с рук поставил, снял, выдержки длинные, ночной режим везде работает. Можно выбрать выдержку, допустим, от 1 секунды, временами даже до 6-7-8 секунд. И все отлично пашет. Ну что, друзья, таким получился выпуск. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам 13 Pro Max в сравнении с Nikon и с 12 Pro Max. Также, если вам понравился данный видос, то нажмите на лайк, подписку и колокольчик. Я это очень ценю. Вот здесь сделаю плейлист отдельный про iPhone 13 Pro Max. Все сравнения и видосы про него будут вот здесь. И ссылочку в описании оставлю. Тут мой Instagram. Здесь пара роликов вам посмотреть следующими. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео, друзья. Пока! Берегите себя.